Юбилей со дня основания отметил второй по величине город Владимирской области. Коврову исполнилось 245 лет. Город этот можно назвать молодым по сравнению с Владимиром и Суздалем, но значимость его велика. В годы Великой Отечественной войны Ковров стал одним из центров оборонной промышленности нашего государства, является им и сегодня. Коврову, единственному из всех городов нашей страны, где не было боевых действий, присвоено высокое звание города воинской славы. Город Ковров сегодня активно развивается, работают промышленные предприятия, ремонтируются дороги, в том числе и за счет областного бюджета, денег областного бюджета. Живет и развивается социальная сфера. Вот все хорошее, что делается в городе Коврове, безусловно, делается руками жителей Коврова. Один из главных показателей развития города – экономика. Ковров славится изделиями оборонного назначения, продукцию ковровских промышленных предприятий гражданского профиля. Также хорошо знают далеко за пределами региона. И развитие промышленности дает дополнительный импульс к развитию города в целом. Так, ко дню города в Коврове завершили масштабный ремонт Павловского моста. Это очень долгожданный был такой проект. Очень необходимый городу. Я могу сказать, на протяжении 5 лет реализовывался этот проект. От момента, когда появилась необходимость его ремонта, до сегодняшнего дня. И еще об одном подарке Коврову. В этом году здесь обустроили сквер на улице Комсомольской. В день города его посетили первые лица региона и оценили выполненную работу. Удобные дорожки, скамейки, освещение. А в следующем году здесь установят площадки для детей.